на босса не понадобится. Все остальные на пулы отдаете, когда появляется жрец. Этого жреца вы все равно убьете. Так что, блядь, даете на пул на Редвара. У вас единственный таргет — это Редвар, блядь. На весь оставшийся бой. Только с пула вы даете по кавату. Все, все здесь, все готовы, поехали. Так, стопанул, набираем. А вообще, мне одну папку назвать. Сальву и бани подвешены. А, не, не надо. Саунтил, да? Да. Маба. Боится на себя затаунтил, что ли? Заберешь Мумара. Все роги на пол на Редвара дали. Жреца сливаем. Каст бить. Неликс, не лови стаки ебучие. Хватит тебе стаков уже на сегодня. Там два моба стоят, пускай ловят эти лучи. Сбили, добиваем жреца активнее. Там чуть-чуть осталось добить, добила. Видит 6 стаков все. Все, пускай набирает, провидит стаки. Все остальные бьют босса, тупо босс. Проносит теперь 8-9. Я еще один. Еще один луч направится. Просил Войда. Нормально. 17 стаков. 18. Сейчас мой народ будет. Хуйня это. Затаунтил на себя, забрал. Отвожу в сторону. Все, РДД, поехали. Чем мне РДД хуярим? Лучи там перекрываются до магера, чтобы по боссу меньше шло. Все, моба можете не бить. Заказ большой пошел, все, значит, моба бить не надо. Подводите мобов под эти. Роги на пол жреца. По жрецу играемся. Череп поставил, все по черепу хуярят. Локи прохил. Все нормально. Масак рукава дать. Перед... череп не сбить. Сбить каст. Я вижу. Потом где меня еще? Все, тип. Вот там жреца, все, добили жреца. Все нормально. Налим босса. Проведет просто. Пробуй, пробуй. 10 стаков проведет. Следующий босс появится сейчас этот. Подводи туда. Я этот пока вот, блин. Давай. Пока на себя забрал. Прохильте шторма там, пошла в себя. У Ливан 13 стаков, Тимыч тоже дохуя стак. Да, у меня забрал. Вроде было только 3 или 4 показывало. Лапчик. Народ забрал, что ли? Да. Сбивайте косты у меня. Поднять же, наверное. Забирай его. Куда? Редвар, зачем ты моба забрал? Что за херня? Чего не забирал?
еще на себя могла бы 8. Интересно, сейчас трепка мне. Это сливая моба. Быстрее. Следующая моба, вышли, ловите мобу. Ну, еще если... Что там, БР, блять, свой, да, еще раз. Был СС. Все хорошо, стопай, блять, это. Держите. Дай массак. Не набирайте стаки вообще. РДД зона. Лучи перекрыли, жреца по-быстрому. Жреца активнее. Череп разбить. Череп поставил. Охуярим. Им на хп на эликса дай. Диспел пошел. Все, проверить диспел спейстар. Ой, нихуя себе. Ты зачем? Сейчас. Сколько ты уже сдох, блядь? Спиннер заливайте. Жнен, бейл. Заберите босс. Забрался. Сейчас упадем. Жмен. Нет манна. Да танка нет тут. И дамагеры набирают много стаков. Ну это пока наш лучший путь. Милики набирают. Ну тут надо еще два хила. Чтоб нормально все прохиливают, два хила. Три хила. Че ты три раза там отъехал, блять, мне интересно. Да ебать. Да ебать, это то, блять, не ответ. Я не протопал нахуй. С 10 баблами нахуй. И это при том, что учитывайте, сейчас было 3 хила. 3. Ну все в 3 надо. У нас нет человек. А это как он называется? Нормали ваш сетап по хилам, вы убьете. Легко причем. Ну и меньше рогов. Там есть что-нибудь несложное танчить? Я могу. Здесь лемы заебись зайдут. Несложная РБК у нас. Да, мне, короче, надо отойти минут на 10. Где? Это пиздец, короче. Ну хули ты сделаешь? Невосприимчивости, ничего ты не сделаешь. Как там, где? Правильно? Ой, Рой, еще до 10 еще далеко. Вот, смотри. Пока вот не научится этот хуярить, чтобы не дохнуть три раза нам. Че вот учиться? Вот тебе. Evade, иммун. Что это? Сейчас лань, таунт без КД. Длань возьми, да это до пизды. И вот эта хуйня. Иммун. Две штуки, нахуй. Чё ты получаешь? Да там тебе пока научится. Да кого там учиться-то, если он иммун идет? 4 ты даешь? Давай я стану, блядь, ты позабираешь да большие стояли, бубы, вы которые тоже появляются. Дохли. Я стану на босс. Давай. Нет, до пизды что танчить вообще. Так оно то же самое, один хуй будет. Бабл, блядь, сливаешь, все, вздыхаешь. Просто дольше простоишь. Вот оно, пожалуйста. СС можно накидывать во время коста, когда да знаешь, ебать, что уже сдох. Оно, понимаешь, СС первый был, потом я встал и сразу же мне СС дали. Так я один хуй еще раз сдох. Где, блядь, моя провокация? Не вижу. Да. Чуть не вижу. Да и похуй. Залупа это, а не босс. Нахуй, сука, сюда было диминишник ставить. Я вообще не понимаю. Для чего, блядь? Для какого прикола? Чтоб 10 паладинов сюда, блядь, с диванами брать или что? Пиздец. Форф, дай Джерса. Блядь. А переагром, нахуй? Там слишком мало времени, чтобы переагр использовать, блядь. Либо... В смысле, достаточно там времени. Там... 15 секунд есть, чтобы тебе босса забрать обратно.
Дебаф на 15 секунд вешается. Кто там, блядь, встал с тела? Там меньше. Кто с тела встал? Не знаю. Я. Нахуя? Там, не по-моему, пед сагрил чей-то. А как я мог сагрить, если я встал с тела? Чё за бред? Когда встаешь с тела, она начинает агриться. Босс агрится, когда вы встаете с тела уже тысячу вот, раз. Вот Лёха, сука, кусок говна. Кидаете. Дайте диван. Давайте, вон, коника, подойдите. Короче, это, сразу говорю на следующий раз. Мне без разницы, кто слышал, кто не слышал. Чтобы все знали заранее. Если вы встаете с тела, без команды, в следующий раз, вне зависимости, какой это босс, Алар, робот, блядь, звездочет и тому подобное, вам начисляется 250. Обижайте, что хотите делать. Но, блядь, вот так вот стоять и ждать, пока, блядь, весь рейд будет падать, потом снова резать, это дохуя времени уходит. Так, короче, это. По поводу всего. Меня слышно вообще? Остается Void, остается Red War, остается Шторм, остается Элбрил, остается Коват и остаюсь я. Все остальные свободны. За трай и плюс прости еще остается. За трое, вага попозже начистит. Скриншот сделайте и отправьте в Дискорд. Скриншот чего? Рейда. Просто рейда сделайте скриншот и во флудилку скиньте вагу. Баба не может дать? Баба уже, по-моему, зам. Пока баба, блять, разберется, часа пройдет. Я сейчас скину. Я не занимаюсь. Давай я ДК зайду, да и начислю. Оставайся на варе вместе с Редваром, вместе с Коватом, со мной, Штормом, Прости и Элбрилом. Все остальные могут быть свободны. Я имею в виду, чтобы начислить, чтобы он потом точно не начислил. Потом вага каждому начислил. Ничего страшного в этом. Ладно. Сегодня тем более 3, да, ничего. Это самое. Давайте. Слышите, кто там, кого вас освободили, далеко не уходите. Сейчас мы освободимся. Лича 25 обычку, помогите добить. У кого время есть, пожалуйста. Что этот? Монород останешься. Чем монород останешься? Все, больше никого нет. Монород, я. Коват, Войд, Редвар, Шторм, Прости и Элбрил. Остальные вагоны свободны. А вы будете репетировать, да? Редвар с Войдом на боссе учится таунс. Чё, кто здесь, кто свободен? Потому что вас бесполезно ставить на трэш, вас бесполезно ставить на всё, вы на боссе будете учиться таунчить. В смысле, на трэше я нормально держу? Ты понимаешь, что я нормально держу? Нет. С напулами я держу его, потому что без напулов я не могу физически его держать, понимаешь? Нет, у меня два куска Т5. Ну, я про это и говорю. При чем здесь таунт? Я сейчас по таунчу тебя, мне, в принципе, похуй. Поэтому вы будете танчить босса, чтобы не было никаких проблем с трэшем вообще. Ну, вот, ну ладно, я сейчас стану, допустим, следующий плох, я стану на босс. Видите, один маленький нюанс. Не надо проверить один маленький нюанс. Называется такая же херня, как отражение. На босса. На стрелы, на вот эти, да? Ну да. Да, попробуем. А ты не пробовал? Танчик не пробовал? Я даже больше скажу. Я заберу два куска, и мне нахуй ваши даже на пол не нужны будет. Да тут не в этом дело. Тут дело в том, что должно быть так,
что вы должны танчить вдвоем босса. Потому что нам проще, допустим, тому же Калату, тому же мне, тому же Монороту. По теории, блядь, если я отражу, ебать, отражу дебаф полностью сначала стрел, ну типа в тайминг попаду до каста стрел, и он отразится весь в босса, босс на себя ебанет дебаф нахуй. Если второй протовар сообразит и так же это сделать, то сука дебаф исплюсуется и босс умрет нахуй. Смотри, сейчас мы его убьем. На тебе охуенно, еще и дебафов, да? Не будет, то он, то ты один сможешь выдержать. Согласен. Да вообще имба тогда про товары. Сука, просто соло будет. Так он шотница, понимаешь? Там два дебафа. И мы свой да будем рейд ходить всех босс. Да, убивать, мы просто нахуй будем приходить. Я буду один просто приходить и шмотки все забирать. И продавать волчат за миллион нахуй. Ебать про товары, сила, сука. Сейчас ну, просто паладина бабл и выйдет. Почему отражение Лара не может заивейдить? Вопрос. Ну, типа, почему нельзя проверить? Проверить-то можно. Но, опять же, вот если оно будет работать, то босс шотнится, нахуй. Я сомневаюсь, Лёха, что это работает. Ты рофлишь или серьезно говоришь вот по поводу бабла и по поводу отражения заклинания? Ты понимаешь механику? Совершенно бабла. Ну, если ты отражаешь заклинание, ты же можешь отразить. И да, всегда да. Это механика отражения заклинания работает, например, на босса. Когда 100%. Ну почему она на моба? Смотри, это то же самое, как на этом, как на трэше Вока. Отразить может? Ну трэш, может. Блядь, трэш это трэш, босс это босс. Смотри, каз сбить невозможно, правильно? Правильно. Отразить этот удар вы можете, потому что он кидается в соло таргет. Вот, почему вы на боссе не можете отразить эту хуйню? Вы должны и на боссе это смочь отразить. Давай попробуем. Я говорю, если он суммирует на себе два дебафа, босс просто сдохнет. Прямо сейчас. С двух дебафов. Потому что механика дебафов такова. Если, блядь, они два суммируются на одном теле, он сдыхает, нахуй. Шотается, умирает. Просто он выйдет уйти и не повесится на боссе. Не, если босс сейчас шотнется, и убьется, я то, буду очень сильно раздать, блядь. То про товаром начислим миллион ЕП, нахуй. И мы, короче, свой виноваты будем, да? Да, еще нас забанят, нахуй. Не, скажешь, я, блядь, на этот, а хули тут? Я нажимал свои белки и багаюзил. Ну, грубо говоря, вот что вы багаюзите? Вы нихуя не багаюзите. Почему вы не можете отражение? Давай просто проверим сейчас. Ты тут уже у компа? Да, сейчас подойду. Давай, проверим. Я сейчас тоже. Почему вы не можете нажать отражение заклинаний на боссе тебе? Ну, это ваш спел. Это не сейчас погодил, смехуя. Я по видео секундочку посмотрю. Там... А мы думали, что так можно. Через сколько. Вот и надо угадать. Надо угадать еще этот момент. Когда именно? Давать отражение. Если встать на РНЖ, видно, как в тебя летит херня. И когда она до тебя долетает, ты падаешь. Да? Да, вот как раз перед этим я смотрел, какая-то херня. Вот, можно даже после спаунтить, отбежать, и вы будете даже видеть, как у вас эта хуйня летит. То же самое, как на этом, как на мобах, как на трэше, то же самое. Короче, вы готовы? Через 3 секунды он дает с пула. Готовы? Так, давай. Ничего не делать, я вот тут в стороне стою. Сейчас я кину в него. Давай пробак. Подожди, Редвар здесь. Давай. Подождите, Редвар здесь? Прото вам закинул. Так что, мы ничего не трогаем пока? Стойте, смотрите просто. Мы просто не трогаем. Я смотрю за кастами и смотрю за отражением. Редвар здесь, нет? Я первый буду. Редвар. Давай, короче, записай. Сейчас я этот сразу и увидим. Ничего не трогайте. Ничего не трогайте. Все, босс на тебе. Вот отражение, вот смотри. Как раз пошел. Хуярит, фул. Прохуярил. Короче. А где? Нету, смотри. Бафа нету. Блять. Сейчас подожди. Второй. Сейчас подожди. Че босс порвал? Ты серьезно? Че босс сорвался с тебя? Да нихуя, потому что я в стороне стоял, видишь? Так, вот смотри, вот отражение. Так, смотрим. Ну, уходит поглощение, а дебаф где? Вот дебаф. Вот дебаф.
теперь по-другому. Когда процент нажимаешь сейчас, под конец? Сейчас, теперь под конец попробуем, смотри. Ты сдохнешь, блядь, быстрее хила. Ну, конечно, сдохну, ебать, хули. Элбрил, ты подхилишь вообще? Да ебать, они АФК ушли все, нахуй. Пизду. Давайте диван, да. Пойдем. Сейчас в конце попробуем каста дать. Дай по монороту диван. Под конец коста надо давать, под сейчас конец коста диван. Сейчас попробуем. Никто не АФКшил, просто ты не стаунтил, босс меня убил. Все просто. Тебя босс просадил на 70%, я да тебе понятно, захилил, понятно, босс понятно, я знаю, знаю, что было. Это, Элбрил, ты тут? Просто он АФК, видишь. Элбрил рез, и он бегал только что. Элбрил, снимай диван. Блядь, чё ж так чё печально? КД вроде чё как 30 секунд. Чё все таки заторможено? Короче, отражение не работает, походу. Оно не должно работать, в теории, на эту хуйню. У меня КД 20 секунд еще. Если так. Вы самого механику отражения заклинания не знаете. Он не должен работать, а на некоторых только спилах. Я лично знаю. Работает он на прямое действие. Была такая хуйня на БК, когда только появилось вот это отражение заклинания там в каком-то патче. Она все рефлектила нахуй. Все, блядь. Новую, блядь. Всю хуйню, блядь. АУЕ, не АУЕ, поебать. Все отражалось. Сейчас такого нет. Прохильте людей, Элбрил. Прохиль ты. Прохиль ты Войда, меня, блядь. Ну подожди, да ресник сначала. Пробавка, а потом похилимся. Оси нету, я поставлю вам. Его нету. Зачем? Это шо? Все же резну. Короче, сейчас забираю босса сразу, первый каст. Забираю босса. Ты сразу таунт даешь. Чтобы агро было, блядь, а то. У вас, блядь, агро. На... Блядь, просто я не бил, нахуй. Сейчас я просто подойду, две казни дам, нахуй, будет огромный миллион. Можешь не забирать в первый тогда, да и все. Все, давай, поехал. Прото дался. Да, под конец. Всё, дал... Вот с этой конец коста. Вот отражение. Дебаф висит. Нихуя не канает. Но второй пробуем раз. Начали. Давай второй раз на верочку. Вот второй раз. Вот он отражение. Вот он ваншот. Все, не работает эта хуйня. Забери редвар на себя. То есть там механика, это как у ГМа прописать точка kill нахуй. Какая же механика, просто смерть. Ни дамага, ничего, просто смерть. Вы умрете. Но иногда оно, конечно, уходит благодаря механике сервера. Я вот сейчас даже перед кастом сделал отражение. Да я тут все равно будет. Я уже делал, ничего никак не работает. Потому что категория спеллов, вот когда их прописывают... Попробуй на мобе, попробуй. Попробуй на мобе. Я уже сдох. Да хули моб. Моб, блять, это постольку поскольку. Вся проблема в дебафах состоит. Вот этого босса. Сейчас давай другую хуйню попробуем. Еще интереснее. Я даже не знаю, как это, блядь, проверять правильно. Давай, я загуглю сейчас в интернете Diminishing. Сколько он там потает по секундам точно, чтобы понимать. Тут он другой, можешь не гуглить. Ну, блядь, просто я что-то неправильно тут помню. Тут он в районе 6 секунд. Нет, не так немножко. 6 секунд после чего? После четвертого юза или после третьего, или как? Там админы меняли Diminishing. Так, я стану админы... Там админы меняли Diminishing. Было, короче, хуйня. Была хуйня, когда они этот Diminishing меняли. Блять, это был еще момент карьер, когда они меняли Diminishing.
Блять, да даже если так, понимаешь? Так, что тут? Овца висит 10, при втором 5, при третьем 3, а при четвертом цель будет иммунной. То есть, грубо говоря, смотри, идет первый таунт. Есть, смотри, идет первый таунт, потом идет второй таунт. Потом идет второй таунт. Если этот второй таунт в течение вот этих 6 секунд после первого таунта, то получается третий таунт иммун. Вот так как-то шло. Ебать, немножко не то нам надо, немножко не то. Вот первый, второй и третий таунт проходят, понимаешь? А четвертый, после, вот когда я смотрю на кружочек под, ну, под боссом, он, вот этот значок провокации, он типа быстренько так хоп и исчез. Понимаешь, что таунт проходит даже в каст. Да, это понятно, что в каст проходит всю эту хуйню, но... Если в каст, который вот эти стрелы, нахуй, и он плюсует дебаф, ты, то там уже не, ну, до пизды, он докастует к нему. И дебаф сложит там. Смотри, сейчас я эскалатом тебе покажу, типа, как это делается. Ну, сколько проживем, давайте посмотрим. Блять, я хуй знает, как вы будете показывать, тут, блять, как бы хилы нужны. Ну, хилы есть, два хила ну, есть, чуть да, понимаешь, что вот это вот, ну, то, что ты сейчас хочешь показать, оно это уже было показано. Сколько мы тут, блядь, 100 пулов, нахуй. Вот сколько мы сюда ходим, сдыхали все, блядь. И вот этот, кто он, в нанесенном уроне, эвейт, иммун у всех было. У тебя, у кого-то, у меня. Абсолютно у всех. Хоть ты, блядь... Так может, там ты есть дополнительная, блядь. Ебать, да, понимаешь, да пизды. Оно тоже уходит в эвейт и тоже в иммун уходит. Праведная защита, если ты про эту хуйню. Да, кого? Да, там оба уходят в эвейт, что один, что второй. Проблема в том, да. Что вот возьми на Мороза сейчас, приди, Каругер, и начни таунтить. Там нету этой залупы, нету этой хуни. Там, блядь, ты, ну, 5 секунд проходит, таунтишь, 5 секунд проходит, таунтишь. Вот тут такой босс должен быть. Он не должен быть ебучим диминишником, сука, это неправильно, блядь. Это реально... Так ты на форум, чтобы тебе справили, да? Ну, блядь, а куда писать? Блять, я напишу, блядь. Сбрасываешь логи, ну не то что логи, просто, блядь, делаешь скрин там, сколько у тебя ушло в иммун, сколько у тебя ушло, блядь, в эту хуйню на боссе, таунтов, типа, и все, и... Да у меня видео это... есть, блядь, я, блядь, вообще видео ебану, пускай смотрит сам, нахуй. Какая тема, дайте мне ссылку, блядь, на форум. Объясняй механику этого. ОКХМ, наверное, да? Босс, там под конец своего дебафа, да, надо нажимать таун, правильно я понимаю? Смотри, Кават, вот смотрите банально за боссом и смотрите за сменой таргета. Монород слоишь жреца, этот там, Редуар или Войт слоите там, блядь, провец. Лесните меня. Тоже посмотрю. Давайте, постойте с Каватом. Когда начнется иммун, интересно прям. Сколько просто постоим в стороне, поддержим мобов. Кто там, кто подскажет, блядь? А. Вставай. Таунт, понимаешь, работает, но босс ебаный, нахуй, невосприимчив. Все, хильцу. Поехали, Кават, ты первый. Давай, смотрим. Включил таймер на всякий случай. Чё, вот пошёл первый каст. Первый каст. Сейчас даёшь... Прошёл каст, дал таунт, босс на мне. Дальше. Идёт второй каст. Прошёл каст, Кават даёт таунт, босс на нём. После активации вот этой. Это второй таунт. Дальше. Прошёл Кавата каст. Я уже могу нажимать таунт, смотри. Да. Нажал таунт, босс после этого уже ко мне. Даже в каст могу нажать. Призыв к нему. Сейчас Кават таунт нажимает. Нахуя вот подходит все. Таунти. Таунтил? Четвертый таунт. Да я бы отвлек. Я отвлекся на это. Сейчас за того, что... Леха забирает. Леха забирает твой таунт. Да при чем тут, блядь, хилы легли уже? Рано подбежала и меня подкинула вместо шмин. А чё ты не таунтил?
Да я, блядь, на хилов, хилов нету, нахуй даже ну продолжать. Ну какие хилы? Опа. Вот она, иммун, два иммуна, вот оно тебе скрин, вот оно тебе видео. Кинь диван кому-нибудь, выбегите в сторону. Хули да, тут еще? Побежал? Вот. Нахера вы, блядь, под, нахера ты Элбрил просто подбегаешь, и вы вдвоем отваливаетесь. А, да дело-то не в том, дело-то не в хилах. Дело в том, что иммун прошел, все, ничего не сделал. Блядь, я отвлекся на эту хуйню, я наугад нажимал таун, ты понимаешь это или нет? Ебать, да какая может, разница, это... наугад не наугад, каст-то пошел в кого-то, второй, понимаешь? Вот они тебе иммуны. Вот он, этот самый праведный, вот он, длань возмездия. Все два ебучих таунта по два. Знаешь, не надо наугад нажимать таунты просто, блядь. А как надо нажимать? Как? В определенный момент ты. Так в какой когда момент? Он... Понимаешь ты, это? Когда он нужен, этот ебучий таунт, тогда его надо нажимать. А не тогда, когда уже, блядь, пошел каст, блядь, вот этот большой, и босс наковать. Ты, конечно, нажимаешь, блядь, этот... Таунт, и, блядь, идет иммун, потому что каст идет, ладно, и босс уже нашел. Хорошо, это ресайте. Первый раз не получилось, давай второй раз попробуем. Не сбегайте, скиллы, метка кидается, Элбрил засейвишь. Сука, дезурон, блядь. Да, а я подойти? Просто рано подбежал и вместе с ним улетел. Так а нахера ты к нему подбегаешь? Чтоб поймать. Так, блядь, ну не в него же забегать. Прохильте его. Народ моб половишь. 4, да, походу таун таковат идет. 5-й блин. Какого хуя я не понимаю. Серия. Ну ладно, готов. Да. Поешь. Рыбу поешьте, подожди. Крик на хп. Да вам тут недолго силить. Вам просто, блядь, не сдохнуть. Ну, народ, ты а тут... вы сдохнете просто по тупости. Нам все равно ману отпить надо и рыбу заодно пожрем. Да вас тут... ману у тебя. Редвард, полови мобов, я посмотрю за тобой. У меня, да, у шамана пола. Тимбыч, Тимбыч, полови мобов, мы посмотрим. Тимыч, давай в спектр, ты в мишке? Вы все будете мобов. Вы можете взять, блядь, этот все, блядь, в таргет просто босса и видеть. Там два моба словить вообще не сложно. Поехали. Там 4 таунта. Озвучивайте, когда таунт даете, ладно? Вы умрёте. Таунт. Вы умрёте. Второй. Выбегите. Мобы идут, ловите мобы. Ложите его. Четвертый. Забрал кого-то. Забираю. Умрете. Ревность. Умрёте. Квад забрал. Крутил? Вы... Сейчас добираю. Я отъехал. Ну, я летал просто. Я провидец вообще убил. Говорю, половить ему было. Если нормально сидеть на боссе, вот, блять, мне просто выйти нахуй из дискорда, с коватом, блять, и отдельном канале быть. Мы оттанчим босса вообще без проблем. Мы ни разу не сдохнем. Просто, блять, если я на боссе, то отвлекаюсь на рейд. Если я, блять, на рейд вообще отвлекаться не буду, и рейд будет все нормально делать. Иммуна нету ни одного.
Ему возникает только в том случае, когда уже каст пошел, блядь, а этот, типа, и он ложит танка. Ну, когда он второй... И одного ему... Ты предлагаешь таунтить, когда он еще кастует в него каст, этот самый первый. То есть таунтить раньше, правильно? Можно. Итак, все зависит от того, когда был последний таунт. Ты примерно так представляешь, отчитываешь время, когда кинуть следующий таунт, чтобы иммун откатился не. Иммун от первого до какого считается? До третьего или до какого он там считается, блядь? До четвертого? Ну, я стараюсь как можно максимум между таунтами, когда есть возможность растянуть. Если я знаю, что выйдут помощники, то есть я могу сразу не таунтить. Я выжидаю там чуть больше, там, это 5-6. Понятно, это мы, потом... с тобой... это мы с тобой выжидали. Другая проблема, блядь. После какого ебаного таунта будет иммун? После четвертого, пятый таунт иммун. Так, после четвертого. То есть после каждого четвертого нужно, блядь, выжидать, нахуй. Нужно, то есть, танком представлять, когда ты дал. Надо танк пользоваться любым моментом, когда есть возможность выждать. То есть призыв мобов, то есть призыв портала, это каст, это время. Соответственно, это время играет на руку, когда мы там между. Это все, конечно, охуенно сейчас. Это все заебись. Но вот мы стояли с тобой на боссе, и было так, что ты с меня не мог забрать. Я с тебя не мог забрать. Вот, и что? Это очень часто возникало в тот момент, когда ты забирал, когда на мне не было каста. Если ты будешь полностью внимательно смотреть дебаф на мне и за кастами босса, то тогда будет все зашло. Хуй знает, это по видео надо смотреть. По-моему, не всегда так было. Вот. У нас в основном проблема начиналась из-за того, что ты забирал, когда на мне не было каста. Вот как раз... Третий, четвертый таунт были уже иммунны постоянно. Ну, а это вот хуйня, когда нету коста, что нам не было. Ну-ка, давай попробуем с тобой кого-то. Вот, а когда на мне нет коста, это как раз та возможность, которой можно воспользоваться и что-то. Блять, Коника, ничего там не сложно, нахуй. У меня этот дебаф Вуду отображается. Просто вот, а Вуду может задержка быть. У меня... Таргет запомнит цели, и я смотрю именно цель. Ну, нет, цель у меня запомнит. Нет задержки никакой абсолютно. Просто то, что я нажимал таунт, это на автомате идет. Есть нити? Короче, я хуй знаю. Допустим, это все поебать. Но эту хуету всю надо страховать, нахуй, понимаешь? Ну понятно, и для этого проще паладинам бабл или... Да, проще паладинам. Паладины, блядь, боги нахуй, а протовары говно обоссано. Поставишь ты два протовара сюда, они обосрутся, блядь, повайпаются, сольют 5 эсэсов нахуй за минуту нахуй, и пиздец, и все, и вайп рейда будет, и все, блядь, больше ничего тут охуенного радужного не будет. БДК будет интересно. Давай попробуем с тобой кого-то. Ну вот иди пробуй, блядь, давай. Тебе еще символ на таунт надо ставить, чтобы таким делом заниматься. Ничего не надо, мне просто посмотреть, есть там имбус нет твоего. Так, у нас все, да? Поехали автомат. Да, сейчас еще разок, секунду. Сейчас еще пул дадим. Ну, пуля, а чего сдохило есть. Это, Лича сейчас побьем, пойдем добивать. Леха, поможешь нам? Что, все-таки Лича пойдем, да? Если только танкануть. Танкануть, похуй, любой хуй. Вы умрете. Только танкануть смогу. Во, вот ты сейчас у меня не таунтил, да? А можно? Скилл сорвал. Он ему-то легко на тычку даст и все. Он вообще не бьет, может. Вы умрете. О, видишь, 400 грамм. Тима, чё резко его? Я взлетаю. Вы умрёте. Чего, будем ли чаще собирать, да? Или чё? Да, да. А то меня просто тут ЗС зовут, который я вчера пошёл.
Да тут нехуй делать, блять, уже. Не захер. Это хуйня, ну хули тут два тела делать. Короче, не знаю, как это объяснить. Я просто так мысленно стою на боссе и отсчитываю там 5-10 секунд. Я тоже мысленно все это, блядь, понимаешь? Я тоже не нуб, нахуй. Я тоже потом понятно, но ты, бывает, отвлекаешься. Короче, смотри, одним словом, таунт надо жать тогда, когда, допустим, в тебя каст прошел, блядь, и я типа его забираю, правильно? Ну, по сути, да, но смотри, иногда, если это очень часто происходит, лучше сразу не давать таунта, а подождать там до 5 секунд или 5. Тут тайминг, главное, выждать. Всё, фукали. Короче, мне надо сделать так, чтобы на мне не было дебафа, и чтобы каст прошел в тебя.